Я приветствую всех, вы на канале Модное Вязание. Сегодня хочу показать вот такой классный край спицами, как связать или кайма еще она называется. Так выглядит изнанка, так лицевая сторона. Можно использовать как на рукава, вот очень красиво будет. Также можно использовать на крае изделия, кардигана, свитера, будет очень шикарно смотреться. Здесь раппорт узора состоит из 10 петель. В ширину и в высоту всего 4 ряда. Нам нужно набрать количество петель кратное 10 и плюс 1 петля. Я для образца набрала 31 петлю. Итак, начнем. Первый ряд. Кромочная 1, 9 лицевых, 1. Провязали. Потом нужно снять 1 петлю непровязанной. Нить должна быть вот именно за работой. Вот так вот. И это раппорт уже один мы провязали. Следующий точно так же вяжем. 9 лицевых. Десятую снимаем нить за работой. Продолжаем. Третий раппорт у меня. 9 лицевых. Нить за работой, сняли 10-ю. Переворачиваем второй ряд. Первая кромочная снимается, просто не провязываем. Дальше 9 лицевых опять. Это уже начинается раппорт. 9 лицевых. Теперь нужно снять 1 петлю, не провязывая. Нить теперь перед работой. Мы чередуем то за работой, то перед. 9 лицевых опять продолжаем. Второй раппорт пошел. Снимаем 1 нить перед работой. И последний раппорт, 9 лицевых. Последнюю снимаем нить перед работой. Третий ряд. Первая кромочная. 9 лицевых нужно провязать двумя вот такими накидами. Делаем 2 оборота и провязываем лицевой. Опять повторяем 2 накида, лицевая, просто накручиваем 2 раза на спицу ниточку, 9 петель вот этих провязываем так. Теперь снимаем 1 петлю, нить должна быть за работой и продолжаем точно так же. 2 накида, лицевая, 9 петель, так, двумя накидами. Закончили, четвертый ряд. Первую петлю провяжем лицевой. Теперь нам нужно набрать на спицу 4 петли. Я вот таким вот образом набираю 4 петельки. 2, 3, 4. Теперь снимаем со спицы вот первую петлю, получается лицевую, вторую скидываем. Снимаем, то есть вторую распускаем накид, который был. Просто снимаем вот так. У нас должно получиться из 18 9 петель. Накид мы спускаем, сняли. Теперь их обратно ставим на левую спицу, для того, чтобы провязать вместе изнаночной. 9 этих петель назад поставили на спицу. Так, есть. Теперь протягиваем правую спицу, просовываем через эти все 9 петелек. Их нужно провязать вместе изнаночной петлей. Я вот такой бабушкинской петлей изнаночной провяжу. Вместе и хорошо здесь нужно затянуть нить. И дальше еще 4 петли. Четыре петли. И в конце 1 петля провязывается изнаночной.
И это раппорт мы один уже провязали. Дальше повторяем точно так же. Набираем 4 петли. Набрали. Здесь снимаем 9 петель, распускаем накид. Распускаем. 9 петель должно получиться. И потом их назад перебрасываем на левую петлю. И провяжем вместе изнаночной петлей. Так, вводим спицу правую в эти все петли. И провязываем вместе изнаночной. Дальше хорошо затянули сначала. Дальше 4 опять набрасываем петли. И одна изнаночная. И самостоятельно привяжите последний раппорт. Последняя изнаночная, вот кромочная. Все, вот такой результат получается. Потом уже дальше я вот провязала еще несколько рядов лицевыми. Вы вяжете свой узор, который вам дальше нужно. Вот так классно получается. Спасибо всем и до скорых встреч!